только не это мне сейчас придется. Я не хочу в какашки лезть. Здравствуйте, друзья, с вами снова мини-декарт. Я снова с вами играю. У нас ребенок платит, понимаете? Папка опять дал мне игру, он в прошлый раз он мне дал игру Baby in Yellow, дал поиграть. Baby in Yellow, ухаживать за ребенком. Я снова ухаживаю за ребенком. Я снова папа. Я считаю, что я очень подхожу под роль папы. Я думаю, вы согласитесь. Но у нас ребенок плачет, надо что-то делать. Что с тобой не так, ребенок? Почему ты плачешь? Почему ты плачешь? Малолетнее говно! А! Надо его покормить, наверное, да? Схвати бутылочку, говорит. Ну-ка давай. Соси. А ну-ка соси. А ну соси, малолетнее говно. Я не знаю, если я, будучи ребенком, говорю ребенку соси, я же не педофил, несмотря на то, что он младенец. Я надеюсь, что нет. Так, что такое? Игрушки! Замечательно! Игра называется... А как игра называется? Я забыл, если честно. My Growing Baby игра называется, да. Вот такую игру мне папка дал поиграть. У нас, видите, бэйби, у нас это руки вытянул, веселится. Какие-то оторванные головы животных. Это же так весело для детей, это прям прекрасно просто. Когда головы животных оторваны, это замечательно. Что это такое? Ой, нет, только не это мне сейчас придется. Я не хочу в какашки лезть. Не хочу лезть в какашки, но придется, да. Давайте как-то снимем, наверное, да. Ну и как с тебя стянуть это говно? Ты охренел, что ли, малолетний ты говнюк? Ты насрал, а мне убирать снова? Почему постоянно это происходит со мной? Постоянно мне приходится уже с детьми возиться. Я не понимаю, что делать. Я пытаюсь, но у меня не получается. Ну и что, и как? И что? Как тебя? Как с тебя? Может быть, управление настроить? Можно попробовать сделать клавишу Е, например, ему на пиписе как раз. Ему сделать клавишу Е. Потом вот так вот сделать и как-то вот зажать. И ни хрена это не работает, вы понимаете? Это ни хрена не работает, не снимается. Ну-ка. Подождите. Давайте мы его... Может, спать? Нет, спать не уложим. Что ж тебе надо тогда от меня, собака-то такая? Что ж ты все вот это... Да, вот. Вот мини-декарковский крик, я что-то это... Я разволновался, так громко крикнул, прям как папка, да? Он с папкой просто похож в этом плане. Ну и ложим его спать, да? И все, и ложится оно спать. И пошло, плохое мороженое пошло. Какая-то игра, по-видимому, да? Ты хочешь плохое мороженое, а, малолетний ты говно? Вот ты спи, веди себя хорошо, и будет тебе задать такое мороженое. Плохое, хорошее, все на свете тебе. А не будешь спать, тоже мороженое будет, только с другой стороны тебе его пропихну. Понял, да? Будешь жопы не мороженое посажу, будешь знать. Вот так вот. 2%, 3%. Серьезно? Это что ты за срань такая? Это долго. Мне что-то реально ждать, пока оно выспится, серьезно. А можно это пропустить, пожалуйста? Да блин, он хочет спать опять, он опять хочет спать. Что ты будешь делать, а? Ты посмотри, а? Тяжело это быть отцом, понимаете? Тяжело, тяжелый это труд. Сидишь ты такой, отец. Хочешь посмотреть футбол, хочешь посмотреть, там, я не знаю, фильмы там для отцов, там, фильмы для больших отцов. Хочешь посмотреть, что-нибудь хочешь поделать, а тебе вместо этого надо смотреть, как ребенок спит. Ну это как-то грустно и обидно, на самом деле. Я что, похож на латентного педофила, чтобы сидеть и смотреть вот это, как ребенок спит безостановочно? Мне не нравится, не знаю. Как вам нравится, мне не нравится абсолютно. Давай просыпайся, говно! Просыпайся, давай! Ты задолбал уже! Хватит! Мне скучно! Он не хочет просыпаться, понимаете? Вот в этом и беда. Вот в этом и беда. Он не хочет просыпаться. Животные уже даже устали, пялятся на его рожу. Понимаете, все устали, я устал, он тоже устал, поэтому падла такая спит, падла. Ну придется ждать, я не знаю, а что делать? Придется подождать еще 90, сука, процентов, господи, можешь пропустить, может. А это что такое? Матч 3, зигзаг. Какой матч 3? Что за матч 3? Давайте в игры пока поиграем, оно спит, а мы пока поиграем. Холосё. Это холосё, да, посмотрите, сколько... Посмотрите, сколько всяких сладостей. Это холосё, конечно. То есть, я так понимаю, мы должны... А как, извините? А, вот так вот. Вот так вот. Да, ага, все, я все понял. Теперь вот так вот делим.
Замечательно! Какая прекрасная игра! Просто невероятно! Так интересно! Так интересно, так увлекательно! Посмотри. Ой! Ой, посыпалися! Ой, посыпались сладости! Я надеюсь, что эта мразь выспится. Потому что я не смогу долго в это играть. Высыпайся, пожалуйста, там быстрее, собака! Высыпайся! Быстрее! А я больше не могу! Это скучно! Это скучно! Я хочу игру, где будут... Убийство, кровь, матюки и голые титьки, как говорил великий человек. Я думаю, вы знаете его, Сашку Фокин звали. Я вот это хочу. А это что такое? Это скучно. Это не создает шевелений в моей школьной душе, понимаете? Я вот в это играю, я не чувствую кайфа совсем. Совсем я не чувствую кайфа от этого. Ну что это в самом деле такое? Давайте мы с этим завяжем, говном с этим сраным. 106 из 120 опыта. Мы зарабатываем 112, вот 120 опыта сейчас возьмем и все, и будем молодцы, да? 118. Все, замечательно. Второй уровень. Все, пошлю все нахер. Do you want to? Господи! Господи! Привет, я Бадди, твой виртуальный репетитор. Я учу детей говорить по-английски при помощи голоса. Пожелай мне спокойной... Прикольно! По-английски доброй ночи будет. Good night. Повтори за мной. Good night. Good night. Good night! Меня. Я опоздал, да? По-английски сегодня. Ну, это может быть даже и интереснее. Может быть, я папке покажу, может быть, даже поиграем потом. Do you want to go home? Yes, I want to go home. Что ты там? Что? Собака малолетняя, ты посмотри, я вот как я уже начинаю ненавидеть детей, понимаешь? Я только сел, и я сам дети, но я не люблю дети, потому что эти дети постоянно спят. Спят. Неужели я действительно буду ждать сейчас? Ждать 90%, это охренеть можно просто. Ой, посмотрите, а он что-то это, я отключил ему сон, и он вроде бы не орёт. Что мы делаем с ребенком? Что я такое делаю с ребенком? Папа, я не хочу в это играть, папа! Перестань заставлять меня играть в такие игры. Где это я его пощекотал? Мне очень любопытно. О, господи, какой кошмар. Давайте вернемся в игру Baby Angel. Вот там такой... Стой! Это высший уровень. Необходим высший уровень. Для чего? Для чего необходим Васюри? А, вот здесь, видите, нужно прокачиваться, и тогда мы сможем играть в футбол, играть в баскетбол. Но это Васюри, это падла должна научиться ходить, как минимум, наверное. А здесь как это... Ну что опять такое? Опять спать, он опять хочет спать. Я просто больше не могу. Я не могу больше, понимаете, терпеть этого. My baby, что это значит? Что это значит? Это... Инстаграм, у него есть Инстаграм, замечательно. Замечательно, у него есть Инстаграм, я так рад за него. 3 минуты, что-то. Три минуты он спать будет, да никогда в жизни не поверю. Давай, может еще пососи маленько. Вот, замечательно, хоть что-то сделаем. Ну и какая тут еще есть игра? Зигзаг. Что за зигзаг? Смотри, летит. Принес мне, падла. Кто тебя просил приносить вот это вот? Принес. Я теперь сижу, смотрю, как оно спит, блин. Уноси обратно это говно. Ретрай. Эксит. Подожди. Это... Не было же такой игры. Что ретрай, эксит? Почему ретрай? Что происходит? Какие замечательные игры? Я ни хрена не понимаю. Что это такое? Чего? Чего там за какаха? Чего там за какаха? О! Смотрите, вот это. Да куда? Что-то пищит, хоть пищать. Да хватит пищать, гыр. Да ты что это? Папа, ты какое-то говно мне запустил. Ай, ладно, давайте. Давайте выйдем отсюда. Давайте, я не знаю. Мне трудно судить. Снейк, змея. Замечательно, змея. Ой, вот это уже проси, да? Так. Ну и что, оно так плохо переместить. Ой, монетка! А, падла! Вот сюда, быстрее. Да что ты будешь делать, да господи. Посередине стоим. Давайте стоим посередине. Я должен ловить монетку, правильно? От этого уклоняться. Или я должен это все ловить, я не понимаю.
очень весело, да? Очень, очень шикарная игра, сука, просто потрясающая, просто замечательная! Давайте выйдем отсюда тоже, да? Да, давайте, давайте выйдем. Давайте выйдем, закроем все это говно. Что здесь мой good рейтинг, good рейтинг? Вы видели? Что ты уставился? Насасывай, давай, все, хватит, хватит реветь, давай. И улыбнулся быстро, быстро, вот, вот, оторванные головы животных, это замечательно. Нет, не хочу, ладно, все, давайте на этом мы. Я считаю, что я, будучи отцом, просто замечательно выполнил свою роль сегодня. Я просто прекрасный отец, просто отец, понимаете, отец, главный в огороде огурец. Поэтому да, это я 100%, я уже, в принципе, можно сказать, экзамен на родительство сдал. Я уже могу заводить себе ребеночка, ребеночка заводить когда-нибудь, может быть. Пока на этом мы заканчиваем. Если вам понравилось, то обязательно... Молчать, молчать, ладно, молчать, блядь, молчать, сука. Если вам понравилось, то он не молчит. Он не молчит, придется только вот, вот насильный в усы, все. Господи боже. Неожиданно. Неожиданно рыбка появилась. Если вам понравилось это замечательное видео, наш малыш лег спать. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделитесь, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка в описании. Все, папин текст закончился, финальный, и мы прощаемся. Всем счастливо, всем удачи, всем пока. Доброе утро, блядь!